Все мы, вы помните наш ролик в сентябре месяце, когда мы устанавливали вот это оборудование на мини-погрузчик «Анты», и теперь у нас есть замечательная возможность поговорить именно с оператором, у которого уже достаточно большой опыт работы этим оборудованием, поэтому именно с человеком, который работает нашим «Визой», мы хотели бы сегодня пообщаться, услышать пару комментариев. Итак, фреза у вас на стандартном потоке. Да, постоянно работает. А задачи какие сейчас перед оборудованием стоят? Ямы делаем. Ну, как бы ямочный ремонт. Справляем. А, ямочный, в том числе во дворах. Везде, как по всем улицам. Да, по всем улицам, по всему. А при работе какие основные настройки приходится использовать? Я так понимаю, что только это... Только глубину пока. Глубина? Глубина у вас, как правило, идет... 5-5,5 мы как бы держим одно стандартное, оно везде. Но при этом оборудование справляется, нет пробуксовок? Нет, пока как бы по нашим условиям она справляется. Понятно. А боковым сдвигом, у вас он здесь механический, как часто приходится пользоваться? Ну, очень редко мы пользуемся. Нет таких мест, где приходилось сдвигать его. То есть, если уже начинается работа вдоль бордюра, то им придется воспользоваться? Да, мы сдвигаем, когда приходится совсем. И, насколько я знаю, у вас был опыт работы именно с гидравлическим сдвигом. Да. И она колесная, гидравлическая, все это было другое. Там попроще, конечно, движение. Удобнее, если приходится переходить с одного... Ну, если постоянно вот этим занимаемся, да. Мы как бы по прямой только ямочник показываем, нам это не надо. Ну, сдвигаем, но очень редко. Система самонивелирования, вот то, что у нас это запатентовано именно Симиксом, насколько она удобна в работе? Ну, лучше, чем Беларусь, намного лучше. То есть оборудование не приходится подправлять под покрытие? Как бы установил в один раз, и все, и она пошла сразу же. Где-то бывает маленько остановился, 5 раз, и она пошла. То есть заглубляемся до какого-то определенного уровня, ну, чувствуем по вибрации, насколько... Да, выровнял ее, выставил ровно, и уже идешь... Как там, или показывают, или сам уже только просто ямочные. Понятно. Вот эта штука, перформер, насколько удобно? Удобнее, как ты сразу замечаешь, что уже увеличивается тяжесть ему пропила. Маленько приостанавливаешь ход ему, он его скидывает, и начинаешь опять на ход идти. Но сейчас все-таки работала фреза в зимний период, асфальт достаточно прохладнее, как бы, да, твердый. Насколько часто приходится менять резцы? Ну, реже, намного реже, чем следом. Сейчас, я так понимаю, новые они, второй комплект. Да, новые, да? Проверять при этом часто приходится? Не обращай внимания, я уже как бы по вибрациям привычек, и так пилишь уже, и смотришь, долго, недолго пилишь. Если долго постоянно, то уже сразу даже не проверяя, выкидываем и вставляем новые. Не стараюсь там 1-2 менять, нет такого. Потому что это сказывает все-таки на... Все равно тяжелее, да, уже и качество, все равно, и уже пилить тяжелее получается. Даже замена зубьев, это очень тяжело. И я помню, что был опыт, как раз мы разговаривали о том, что смазывать... Можно попробовать, да, смазывать. Кто если меняет там их местами постоянно, у кого-то там нет возможности много их сразу покупать, то да, старенькие помазали, опять на место почистили, на место забили, их можно так. Местами меняешь, и когда смазываешь, они подольше щелкают хотя бы. У них самое главное, чтобы они крутились внутри. Ну и для операторов, мини-погрузчиков, у которых стоят те же самые задачи, лично вы его порекомендовали, в принципе? Да, хорош, удобно, все удобно. Если в полном монтировании, вообще прям изумительно. В полном имеется в виду 45-20, да. Уже с большей шириной, с самонивелированием. Да. Потому что я даже и самый максимальный ставил глубину, она вот осиливает и очень хорошо с ним. Хорошо, спасибо большое. Да не за что.